идея. Пятый до полного. Да. Надеюсь, уговор в силе? Конечно. Хвоста не было? Вроде нет. Сам не заинтересован. Хорошо. Будь на связи. Меня часто спрашивают, как ты их находишь? Наверное, намекая на то, что я также должен быть ненормальным. Об этом пестрят все книги и фильмы. Если детектив ловит преступника, то он обязательно должен думать так же, как и он. В этом, конечно, есть свое рациональное зерно, но не в моем случае. Я журналист. И не собираюсь входить в чью-то шкуру. Ведь как следователь, например, раскрывает преступление? Он идет шаг за шагом, от одного свидетеля к другому, от одной улики к другой. Он как следопыт выискивает всякие мелочи, чтобы потом можно было сопоставить, объединить, проанализировать, сделать выводы. А теперь представьте себе, кто такие эти следователи? Простые люди, такие же, как и мы с вами. Ведь всем нравится читать детективные рассказы. Мы же не глупее Коломбо, если догадались еще в начале фильма, кто преступник. Доедешь до поворота на Казановку, бросишь машину и пешком через лес в сторону села. Казановка? Мы же договаривались... Здесь встретимся, понял меня? Ну ладно, хорошо. Чем я хуже следователя? Единственное преимущество сыщика в том, что у него сосредотачивается вся информация, которую роют доблестные полицейские, мне же приходится добывать ее самостоятельно. Но, слава богу, мне и платят за это хорошо. Вопрос в другом. Почему какой-нибудь следователь Семенов не в состоянии проделать ту же работу, что и я? Нет, он предпочитает получать информацию, уже добытую мною. Угрожать мне, редактору, организовывать слежки. Блин. Ты журналист? Да. Семен Ильич? Смельчак. Читал твои статьи. Занимательно. Наш договор остается в силе. Я плачу за ваше интервью своим молчанием. Вся информация, полученная мною о вас, от меня в полицию не попадает. Вы даете эксклюзивное интервью, я его публикую, получаю премиальные. Вы же получаете славу и исчезаете из города. Все. То есть гарантией моей безопасности будет только твое слово? Да. Ну, поверьте, у меня на этот счет хорошая репутация. Вот паспорт с пропиской, как вы просили. Если какие-либо неоговоренные детали попадают в интервью, вы знаете, где я живу. Да, я попросил друзей в случае моего исчезновения отослать пакет с поисковыми данными в полицию. Это моя обычная практика. И никаких диктофонов и других записывающих устройств. Только блокнот и карандаш. Все как договаривались. Да, я помню. Это пока останется у меня. Пошли.
Это на голову. Не снимать, пока не приедем. Это обязательно? Да. Прошу прощения за это. Никогда нельзя быть ни в чем уверенным на 100%. Особенно в нашем неповторимом случае. Спокойно, не дергайся. Твой блокнот и карандаш. Можем начинать. Скажите, зачем вам это интервью? Почему вы согласились на встречу? Ты мне скажи. Меня всегда это интересовало. Что движет людьми, идущими на контакт с акулами пера вроде меня? Жажда разоблачения? Возможность раскаяться. Едва ли. Скорее, желание быть услышанными массой. Возможность донести некую идею, оправдание своим действиям. Какую-то собственную мораль, непонятную обществу, но очень понятную им самим. Ну так что? Желание покуражиться. Безнаказанностью. Хвастовство. Очень мелко. Разочаровываешь меня. Ты ведь не такой идиот. Мораль. Желание объясниться. Многие считают меня чудовищем, хотя это не так. У меня есть свои принципы. Правила, по которым я живу. Людям лишь надо принять их. Для чего? Хотите, чтобы увидели в вас человека? Возможно. А кого ты видишь во мне? Ну же. У тебя ведь таких интервью было уже с десяток. 7. Зачем тебе это? Ты можешь писать о ком угодно, но все-таки выбираешь серийных убийц. Я думал, мы будем говорить о вас. В первую очередь мы будем говорить о тебе. Ну так что? Зачем тебе это интервью? За тем же, что и остальные. Это моя работа. Просто работа. А мне казалось, за этим есть нечто большее. И что же это? Я надеялся, ты мне сам скажешь. Тебе нравится риск. Тебя это заводит. Вырабатывает адреналин. Писать о серийном убийце – это не то же самое, что о каком-нибудь фермере или домохозяйке. И гонорар выше. И это тоже. Но ведь дело не в гонораре. Дело в другом. В чем? Может, все же поговорим о вас? Давайте начнем сначала. Расскажите о своем детстве. Зачем? А, психические отклонения, травмы из детства и прочее дерьмо? Хочу понять, по какому принципу вы выбираете жертву. Что вами движет? Ничего. Просто кто-то оказывается не в то время и не в том месте. Это ложь. Тогда скажи мне,
Что мною движет? Не знаю. Не, знаешь. Откуда? Вот это правильный вопрос. На него ты точно должен знать ответ, раз уж ты здесь. Достоевский говорил, если Бога нет, то все дозволено. Вы читали Достоевского? Сопли по поводу совести. Ну, у Раскольникова хотя бы был мотив. Деньги? Мне они не интересны. Они служат для получения удовольствия. Некоторые получают свой кайф, когда путешествуют или когда покупают машину лучше, чем у соседа. Золотые цепи, телефоны – это понты. Все это служит для получения их удовольствия. Я же свое удовольствие получаю иным способом. Удовольствие? Я так получаю свой кайф. Ты же не будешь осуждать владельца загородного дома с бассейном или посетителя борделя? А для меня это сродни сексу. Я даже иногда возбуждаюсь. И вы абсолютно не можете контролировать свои эмоции? Зачем? Зачем их контролировать? Вы и так много чего контролируете. У вас все под контролем. Все разложено по полочкам. Здесь можно, здесь нельзя. А я свободен от всех ваших предрассудков. Меня всегда интересовала эта скользкая тема. Ну, я понимаю, сексуальный маньяк ищет разрядки в противоестественном совокуплении. Или насильник получает удовольствие от беспомощности жертвы, или, наоборот, от ее сопротивления. Такие случаи широко описаны в учебниках по криминальной психотерапии. Я даже два раза брал интервью с такими подонками, хвастливо рассказывающими мне о своих подвигах, с трудом связывая два слова. Этот совсем другое дело. Умен. Имеет свои принципы, хладнокровен. Обычно сначала меня все пугаются до безумия, а этот только посмотрел на меня внимательно и все. Он сразу понял, что никакой я не мент и не подсадная утка, а значит, и бояться меня нечего. Сразу предупредил, чтобы никаких имен и намеков. Он как перекосился, когда я его по имени-отчеству назвал. Хотя понимает, наверное, что моя информация на него – моя лучшая страховка. Вы же убиваете людей. У них есть какая-то своя жизнь. Жены, дети, родители. Их же кто-то любит, кто-то ждет. Ну и что? Это их проблема. Но у вас же всегда есть выбор. У меня есть. У них нет. Просто они находились не в то время, не в том месте. Любой может стать жертвой. И даже ты. Всех своих жертв вы убивали? Не было никого, кто бы просто говорил с вами? Ну ты же говоришь. А вообще ты говоришь чушь. Я обычный человек. Такой же, как и ты. А как вы сами объясняете свое поведение? Кому? Хочу убивать. Иду следом и убиваю. Все, больше никаких объяснений. Ты хочешь есть, ты ешь. Да, но я не могу взять еду у кого-нибудь и не заплатить. Ты приходишь домой и берешь все, что есть в холодильнике. Значит, вы считаете всех людей своей едой? В переносном смысле. То есть все люди рождены для того, чтобы удовлетворять ваши потребности? Возможно. Слушай, не делай из меня чудовище. Я с ними общаюсь. Играю в шахматы, читаю книги. На самом деле выйти на вас было непросто. И полиция сбита с толку. Ни отпечатков, ни улик. Особо не за что зацепиться. А я не играю с ментами в кошки-мышки. Но я всегда беру себе для коллекции какую-нибудь вещь. Незначительную, чтобы это не бросалось в глаза. И что же это? Пуговица! Я знаю, что их всегда ищут на месте.
забирай их с собой. Так что можешь написать об этом. Я никогда не убиваю в одном и том же месте. Это тоже особенность. И никогда в одно и то же время, никогда в один и тот же день недели. У меня нет системы. Когда захочу, тогда и будет. Вот сука. Специально пытается меня запутать, увести от сути, от мотива. Ведь поняв его, следствие с легкостью сможет угадать его следующий шаг. Давайте сузим рамки. Когда я проводил свое расследование, то дошел до убийства девушки. Ирин? Так ее, кажется, звали. Да. И что? Она же выбилась из общего числа жертв. Ведь до нее были только мужчины. Дальше? Их тела были изувечены. Но они всегда оставались на виду. Она же выжила после покушения, успев опознать нападавшего. Вас. А затем исчезла. Впечатляет. Она еще жива? Подъем! А я знал, что ты придешь. Легко почувствовать, когда к тебе подбираются в упор. И кто? Кто? Не следователь, не детектив, а писака. Ты хотел глубже проникнуть в историю? Ты хотел понять, что я чувствую? Сейчас поймешь. Что? Что? У меня правда с женщинами этого никогда не было. Здесь у тебя больше опыта. Правда? Там есть твоя статья. Девушка и убийца. Сочетание чертовски мрачное, но очень любопытное. У меня есть еще один вопрос. Что? Как я тебя убью? У них всегда одно и то же выражение на лице. Они как бы теряют невинность. Все, что они рассказывают с таким видом собственного превосходства, исчезает с быстротой скорости света. Встал! Вставай! Оглох? Пошел, пошел, пошел! Нож на стол. Бегом! Два шага назад. На колени! На колени, мразь! Спокойно. Спокойно, все хорошо, я вам помогу. Стоять! На колени! Руки за голову! Страшно, сука! Страшно! Не хочу осложнений, как в прошлый раз. Пусть свыкнется с отсутствием всякой надежды. Ты с ума сошел? Почему ты не обыскал его? Свяжи его. Неужели ты думал, что я его не найду? Ты меня недооцениваешь.
знаешь, почему это интервью отличается от всех остальных? Я знал, что ты ко мне придешь. Есть люди наживки, червяки. И у каждого червяка есть рыба. Ты сидел и ломал голову. Почему все изменилось? Почему он выбрал ее? Что в этой истории я упустил? Но на самом деле я выбрал тебя. Подсунул тебе ее. И все получилось. Ты здесь. Сам пришел. Познакомься с нашим другом. Привет. Я не мог дать полиции четкий намек. Женщины они никогда не поймут, даже не причислят ее к числу остальных. Но я знал, что ты догадаешься. К сожалению, это интервью не выйдет никогда. Ты думал, что ты умнее всех? Манипулируешь людьми, пишешь, а затем убиваешь их. И вроде бы прав, и совесть чиста, и вроде бы герой. Но на самом деле ты ничем от меня не отличаешься. У меня хотя бы есть правда. А правда у каждого своя. Слушай, а каково чувствовать себя жертвой? А? Каково? Знаешь, мне нравится, когда жертва думает, что у нее есть еще один шанс. Мне интересно наблюдать за вашей слабостью. Здорово, взрослые мужики. А молят, как зажатые в угол кролики. Это даже возбуждает. Заклей ему рот. Но во всей этой истории есть одна маленькая неувязочка. Знаешь, какая? Нет? Что? Но она мне уже не нужна. Зачем? Она сделала свое дело. Слишком много знает. Тем самым создает для меня постоянный риск. От нее одни неприятности. Согласен? А впрочем, это уже и не важно. Честно говоря, я решил завязать. Серьезно, хватит. Ты сегодня открыл мне глаза. Ты ведь такую цель ставишь на каждом своем интервью, не так ли? У тебя в голове постоянные мысли, а вдруг он поймет, вдруг он изменится. И ты мне этим нравишься. Мы не ищем себе оправданий, а ты это делаешь. Но тебя никто не понимает, и тебе приходится его убить. Мир станет чище. Одним убийством ты спасешь десятки его потенциальных жертв. Это... Знаешь, что мне всегда интересно было узнать, что хуже, заживо гореть или мотыляться в петле? Это ведь не то же самое, что выстрел в голову. Глубина чувств больше, сильнее. Ты начинаешь по-новому ощущать жизнь. Начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Оценивать ее со всех сторон. И как бы тебе не хотелось жить именно в эти мгновения, ты хотел бы быстрее умереть. Но на самом деле, все чушь, тебе это нравится. Ты испытываешь те же чувства, что и я. Ты такой же убийца, как и я.
как и те, кого ты убивал после интервью. Неужели ты и вправду думал, что я не пойму? Ты хотел знать, страшно ли мне? Твое интервью окончено.